Ребятки, всем привет! Всем здрасте! Ну что, у нас не часто на канале бывают перезаливы, но это именно тот случай. Все дело в том, что Мишаня мне забыл сдать материал. Сдал вторую половину только, которую вы сегодня все утром увидели. Но она куцая, обгрызанная и... Безначальная. Да, безначальная. Вот. То, что бесконечная, она фиг с ним, а вот безначальная, там как бы информация упущена и прочее. Давайте мы сделаем повтор, расскажем вам и покажем, как это все было на самом деле. Смотрим, ставим лайки обязательно. Ну, если вы решите заказать себе кит-комплект, то обращаемся к нам. Герасим.шерп.ру. А вот, кстати, наши трансмиссионщики и мотористы. Вы же по ним скучали? Вот они. Этот умудренный опытом, тот молодой, инновационный, нифига не понимающий. Ну, зато гидравлики сдувается хорошо. Да, кстати, гидравлику Мишаня сейчас и будет в следующей серии. Вам все показывать. Показывать всякие разные. В общем, вот так, поехали смотреть. Так, ребят, Мишаня пятнышко изучает гидравлику. Ну, лежит, говорит, ну что, говорит, тут непонятного? Все ж понятно-то. Ну, все, инструкцию делать еще какую-то. Листай на следующую страницу. Вот здесь задержите. Надо убирать, а то он ее порвет. Ребят, всем привет. Мы продолжаем сборку нашего вездехода. Вездеход становится все больше, все наряднее. Добрались мы до сборки каркаса. Каркас мы поставим, каркас, значит, заднего борта, переднего, подставку под наши подпопники, ну и, соответственно, пол. От того, насколько это точно встанет по своим геометрическим размерам, зависит, буквально все зависит. Зависит, как хорошо встанет потом обшивка. Будем мы потом с ней танцы танцевать, или все это у нас за один раз и прилипнет. Ну что, поехали? В сборке нам поможет схема, прилагаемая к кит-комплекту. Начинаю сборку с установки каркаса полов. Это примерка детали. Нужно убедиться, что деталь стоит в своих размерах, не выступает. Если выступает, ее нужно подогнать, ну, подточить напильником или подрезать болгаркой немножко вот здесь, возле силовой балки. Все то же самое нужно проделать с остальными деталями и только потом монтировать. Детали каркаса собираются на герметик, поэтому перед сборкой их надо обезжирить. На места крепления наносим герметик. После всех манипуляций осталось дело за малым – собрать каркас. Все готово.
что ж, каркасы у нас стоят, осталось дело за малым, надо будет прихватить сваркой задний и передний борт. Ну, в нашем случае без сварки не обойтись. На следующих вездеходах будут специальные площадки, можно будет обойтись и без сварки. А мы вплотную подошли к тому, что можно будет теперь собрать двигатель с коробкой и поставить его на место. Вот, вот он, наш мотор Кубота. Так, из того, что надо будет сделать, надо будет поменять планшайбу, поставить сцепление, маховик. Все это лежит у нас в ящике с названием гидравлика. Так, всякие разные шланги тут у нас. Спецификация. Так, планшайба. Ну, какая красивая. Красота. Так, дальше у нас там сцепление, маховик. И затем подойдем к ящику с названием коробка, а внутри коробка. В общем-то, и завершим установкой коробки. Так, ну что, осталось только все это хозяйство собрать воедино. Первое, что нужно сделать, это снять мотор с постамента, выкрутить заглушку, которая стоит на картере, снизу, через которую сливается масло, снять с нее заусенцы и завернуть обратно на локтайт. Сливную пробку необходимо поставить на локтайт, потому что доступа к ней потом не будет. Локтайт нужно нанести на середину пробки так, чтобы он не попал в картер. Снимаем планшайбу. Планшайба стоит на герметике, ну, соответственно, придется повозиться, прежде чем ее снять. В принципе, монтажкой она сходит. Он пошел герметик трещать, отклеиваться. Так что. Все. Осталось снять стартер, поставить на новую планшайбу, почистить герметик и собрать все на место. Устанавливаем планшайбу. Здесь есть направляющие, можно чуть-чуть помочь. Дальше берем болты, наносим локтайт. Болты надо затянуть с усилием 60 ньютон. Ну что, пошли за маховиком. Маховик, маховик, выходи. Так, давайте пороемся вообще в ящике. Посмотрим, что тут есть. Это у нас кронштейн крепления. Кронштейн коробки. Так, это у нас кронштейн. Кронштейн цилиндра сцепления. Так, это у нас вилка. Вилка сцепления. Реактивная тяга. Патрубок. Воды. Так, так. Так, собственно говоря, вот у нас корзина. Здесь впечатление. Корзина. Так.
Очень хорошо, забираем ее. А, собственно говоря, вот он этот. Вот он этот. Блин, какой тяжелый, а. Здоровущий какой. Здоровущий. Вот, ребят, это мега-болванка. Не знаю, килограмм в ней. Но много. Ну, толстый какой, видите, метка даже тут есть такая, наверное. ВМТ, очевидно. Так, ладно, понесем его ставить. Опа. Спасибо за просмотр. Всех желающих приобрести кит-комплект приглашаем на наш сайт gerasimsherp.ru. Там вы найдете подробную информацию о условиях, о порядке сборки и, конечно же, о тех бонусах и приятностях, которые вам достанутся от нашего канала. С наилучшими пожеланиями, Герасим и Михаил. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Да, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий, что вы вообще обо всем этом думаете. Счастливо!